Всем привет, друзья! Вы смотрите видео на канале Androidische Reviews. Все, наверное, уже поиграли во вторую часть зомби-шутера Dead Trigger 2. Игра однозначно получилась классной, но сенсорное управление в шутере, мягко говоря, не очень актуально. Поэтому я и записал это видео, в котором расскажу, как подключить геймпад к Android-устройству и по-настоящему погрузиться в игру. Сразу акцентирую внимание на том, что подключение внешних устройств доступно далеко не всем, а только обладателям устройств с поддержкой USB-Host. Итак, для настройки геймпада переходим во вкладку «Настройки», «Управление» и «Джойстик». Далее выбираем нужные клавиши, аналогично выбранному пункту меню. После чего вы сможете использовать геймпад в игре. Вот и все, согласитесь, все довольно просто. Кто еще не видел обзор этой игры, посмотрите ссылки в описании. Да, и я буду очень рад выслушать ваше мнение относительно вопроса, что лучше, сенсор или геймпад, в комментариях под этим видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить палец вверх для нашей поддержки. Всем удачи!